Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон, и добро пожаловать в 13-ю серию нашего 6-го сезона с модом Pixelmon. И что мы будем делать в этой серии? Перед тем, как что-то начать, как обычно, я говорю спасибо вам, ребята, за то, что вы сейчас тут со мной присутствуете и то, что вы смотрите эту серию вместе со мной. Я всегда рад, когда подписчики меня поддерживают и когда вы просто-напросто смотрите видео, можно и так сказать. Как вы видите, я уже тут немного закрыл эту дырочку. И тут у нас уже не видно, что там торчит сундук с крыши, да, с нижнего этажа. Ребята, сразу же хотел бы сказать, давайте, если вы хотите видеть новую серию Pixelmon завтра или послезавтра, то давайте наберем 800 лайков на этой серии как можно быстрее. Потому что я уже много раз говорил, когда мы набираем 800 лайков, сразу же выходит следующая серия любого там видео, независимо, то ли это Pixelmon или нет. Поэтому все, что от вас требуется, это просто-напросто поставить лайк. И сразу же выходит новая серия Pixelmon, ребята. И плюс к этому, что мы будем делать в этой серии? Смотрите, я уже сделал болы, точнее части болов. И сейчас нам нужно их соединить. И у нас получится 20 нафиг один квик бол, с помощью которых мы уже сможем, если честно, нормально так покемонов наловить. Плюс к тому, в этой серии я уже хочу хотя бы сделать первого НПСа. Первого НПСа, который будет покупать у нас различный хлам, а мы будем получать за это какие-то монеточки. И потом в следующих сериях я создам еще, наверное, магазины, и тогда мы уже будем покупать что-то, ребята. Ну, сейчас пускай это все жарится, потому что нам нужно сейчас 21 камень, чтобы сделать кнопочки, и потом соединить вот эти все... болы, да? Пока это все там жарится, давайте мы быстренько потопаем на второй этаж и заберем с сундука вещи, которые нам нужны. Сейчас мне нужно алмазики, чтобы сделать себе кирочку. И давайте мы вот это выложим. Это потом это все, ребята, нужно почистить, не волнуйтесь, я потом это все постараюсь почистить, потому что сейчас видишь, что там реально вот этот хлам просто-напросто жуткий. Но потом это мы, ребята, все сделаем. Сейчас главное, ничего я не забыл, вроде ничего, но вот это еще можно было выкинуть, вот это можно было не выкинуть, а выложить. Шерсть нам, в смысле, шерсть... Да, мы будем хранить шерсть, потому что шерсть мы потом будем продавать, как я уже, ребята, говорил. Мы много чего будем в магазинах продавать. Нужно было, наверное, с этой стороны сделать лестницу, потому что, как видите, вот сюда более-менее так забираешься. Но хотя было бы лучше, если бы я вот сюда заходил и сразу бы залезал туда. Потому что, когда мы сюда залезаем, тут у нас ничего нету. А нужно разворачиваться сюда и сюда бежать. Также, когда я отсюда выбегаю с нашего склада, я не буду вот так же оббегать туда. Мне просто-напросто, опа, зафигачиться вниз, спрыгнуть. И намного быстрее мы туда добежим и заберем вещь. Вот так. Добежим туда и просто-напросто, ну, спустимся вниз. На первый этаж. Так, ну что, ребята, делаем болы. Так, перед тем, как делать болы, вот это сюда, это сюда, это сюда, это сюда, это вот сюда. 21 квик бол. Ребята, это очень круто. Это очень круто, потому что 21 квик бол, с помощью этих 21 квик бола мы сможем, если честно, много кого словить. Я надеюсь, что сможем много кого словить. Но к тому у нас уже 40 уровень, как я сказал. Дальше мы его прокачивать не будем, а просто-напросто словим какого-то другого летающего покемона и заменим вот эту же Старлик. Здрасте. Старлик, которая вот только что там летала и которая прям мозолит нам глаза, чтобы мы ее словили, мы, наверное, ребята, потом и словим. Это все можно собирать, мы, в принципе, сейчас это все жарить не будем ставить, я не вижу смысла это делать больше. Хотя, в принципе, нам, конечно же, пригодятся еще больше болов, но... Не будем же мы целыми сериями сейчас сидеть и делать части болов и, в принципе, все эти болы. Иногда будем, ребята, их делать, поэтому сейчас мы будем просто-напросто собирать вот эти все априконы. Так, и что сейчас, ребята, что сейчас?
Наверное, давайте сделаем первого НПСа. Первого НПСа, но чтобы его сделать, нужно включить гейм-мод. Потому что без гейм-мода вы никак его не сделаете. Нужно вот так, вот сюда. Смотрите, ребята. Опа, здрасте. Вот тут у нас будет спуск вниз. Вот видите, я уже спуск тут сделал. Давайте мы, в принципе, еще милтанка убьем, потому что мне кожа будет нужна на рамочке. А вот не милтанка, вот спуск я тут уже сделал. Тут у нас домик, куда мы спускаемся под наш домик. Вот, какой красивый. И тут у нас будут магазины. Тут у нас будут магазины, тут у нас будут НПС. Но пока их нету, нам по сути некуда некуда ставить НПС, потому что нету магазинов. И чтобы сейчас не ждать, пока я построю магазин, потому что я, если честно, пока что не знаю, когда я их буду строить. Здрасте. Я буду делать всех вот этих НПСов пока что дома, да, пока нету какого-то другого места. Ну вот, ребята, первый НПС, давайте сразу же, эта серия, можно сказать, какой-то обзор мода кастом НПС, или просто-напросто обучающий режим включается, где я буду объяснять, как все-таки сделать, создать и настроить НПСов, потому что многие, наверное, не знают, многие знают, но многие также не знают. Ну что, ребята? В принципе, давайте уже сразу начнем. Как у нас будет... Хотя не будем мы никакие названия давать, мы просто... Продажа... Ну, вещей пускай будет, да? Вот так у нас, НПС. Это мы ему тут меняем имя. Сейчас текстурку. Вот, текстурочку, в принципе... Мы можем пока что любую выбрать, пускай будет вот это. Вот. Вот, пускай будет вот эта текстурочка. Тут уже встроенные вот эти все. А есть в этот мод некоторые скины. Сейчас, animation. Нормал. И так вот, нормал. И давайте вот так. Почему я это поставил? Чтобы, когда мы к нему подходили, он всегда смотрел на нас. А там есть какие-то... Не очень будет круто, если мы будем подходить к какому-то продавцу, и он просто-напросто в стену пялится и на нас не обращает никакого внимания. Сейчас мы у него профессия трейдер. Ну что, ребята, давайте мы ему будем давать те вещи, которые мы будем продавать. И ставить за них цену. Так, блоки никакие. Цветы, вот это все мы продавать не будем. Это все мы продавать не будем. Не будем. Тут ничего нету, что мы можем поставить нафиг продаваться. Дальше, редстоун. Редстоун можно поставить, я не знаю, за какой... Давайте мы потом, наверное, редстоун поставим в отдельного НПС, где мы будем ресурсы продавать. Да, давайте, наверное, в отдельного. Так, сейчас. Кость мы будем продавать. Это будет не очень, если мы вот это будем продавать. Дальше. Слаймбол можно продавать. Что еще, ребята? Давайте, помогайте, говорите, что еще можно продавать. Ну, вроде в этом больше ничего. Так, тут еда. Ну, рыбу, потому что рыба падает с Мэджикарпа. Также яблоко падает с Норлакса. Хотя я это, если честно, пока что не знаю. Это падает с милтанков, вот это все. С милтанков, с других там монстров, покемонов. Так, тут больше ничего. Так, давайте сначала вот это поставим. Опа, круто. Это мы ставим. Давайте как-то вот так. Это сюда давайте. И это вот сюда. Так, 6 вещей у нас уже есть. Дальше. Что у нас? Ну, ресурсы я сказал, что мы потом поставим это все отдельно. Это можно, потому что это выпадает с покемонов. Это выпадает с Волторба. Сиды, в принципе, тоже выпадают. Как только вы видели недавно, что... Ну, покемон, который тут у нас дома был, я его убил. Выпал нам сид. Но это будет читерно, потому что я просто-напросто могу так выйти на улицу. Ух ты, нихрена себе. Вот так просто... Да ты что, что это за фигня? Вот, из него тоже, наверное, нет, не выпал сид. Я вот так просто-напросто... Ой, я же забыл, что у меня гейм-мод. Я просто-напросто вот так могу поклацать, выбить там кучу сидов и все. Просто-напросто уйти. Это реально будет немного читерно. Так, дальше. Что мы еще можем? Это нет. Флинт. Вот это можем, потому что это с милтанков падает. Это кремень, но мы гравий не будем долбасить. Это тоже нет, потому что, ну, оно не падает с покемонов, если только выращивать. Глоустон падает с покемонов. Это может и падает, но мы вряд ли это когда-то будем. Ну, ладно, давайте поставим. Это с мелтов выпадает, но мы не часто это будем использовать.
Ну и в принципе все, наверное, да? Давайте я еще раз быстренько так глазами пробегусь. Вот это точно, вот это с Абры выпадает, да, с Кадабры Эндер Перл выпадает, поэтому это нужно поставить. И вроде больше ни черта, ничего точнее нету. Морковку, ну, может это и выпадает с Норлаксов, но если честно, очень редко. Вот это еще можно, и вот это еще. Хотя, с кого выпадает глаз? С кого-то выпадает глаз, ребят. Даже если выпадет, ладно, потом поставим. Не проблема потом это все поставить. И вроде все. Вроде все. Больше я, если честно, пока что ничего не могу посмотреть, придумать, что мы можем поставить. Вот это, вот, да, точно. Это выпадает с Нумилов, с этих, как их там, Магмаров выпадает, с Грувлитов. Короче, с многих это все выпадает, поэтому это можно поставить. Больше вроде ничего. Да, больше вроде ничего. Тут ничего, ничего, тут тоже вроде ничего. Так, ладно, ну что, ставим. Это сюда. Вот так. Замечательно. Сейчас монеточки, за что мы будем продавать? За что мы не будем продавать за алмазы, как это было, например, там в каком? В третьем или в четвертом сезоне. Это не очень. Зачем мы будем использовать алмазы, если у нас есть специальные вот такие моды, которые добавляют монеточки? Мы это все будем продавать, ребята, за бронзовые монеты. Вот так. Все. Первый НПС готов, это мы все удаляем эти монеточки, чтобы не говорили, что я их себе забрал. Вот так. И все. Первый наш... Здрасте, кто там за окном ходит? Виглитов. Первый наш НПС готов, который сейчас у нас будет стоять дома, потому что магазинов, к сожалению, пока что для тебя еще нету. Потом, как только появится, я сразу его туда перемещу. Ну вот, даже некоторые смогли увидеть, как создавать НПСов, только вот какая-то там, что-то там, я туда случайно не поставил, да, я туда не случайно поставил монеточку, поэтому это не отображается. Но это нужно проверять, потому что видите, что иногда что-то забыл, что-то недоработал, вот так. Опа, все. Сейчас вроде все нормально. Все, первый НПС, мы даже сейчас можем продать первые наши вещи, давайте вот это мы продадим. Кожу я пока что продавать не буду, потому что кожа мне нужна. Также, вот сейчас я вспомнил, нужно будет сделать НПС с ресурсами, да, продажа ресурсов. Ребята, пожалуйста, напишите в комментариях, Эдисон, пожалуйста, не забудь сделать НПС с продажей ресурсов, чтобы я помнил, чтобы я, когда смотрел комментарии, я видел, что там это написано. Ребята, не поленитесь, напишите мне, пожалуйста, там, чтобы я потом не забыл. Так, я смотрю, что мы можем сейчас продать. Вот, ну, в принципе, пока что ничего не будем продавать, потому что у нас, по сути, еще даже нету каких-то там ценники у нас есть. Вот сейчас я уже это поставил на продажу, но у нас нету пока что еще магазина, за что мы сможем купить, да, то есть продавать мы можем, но что, не за что, а что покупать у нас пока что еще нету. Вот мелтанков нужно пинать, потому что, в принципе, сахар выпадает иногда с Жиглитафа или там Грифейбл или с кого-то. Но это тоже не будет немного не круто, потому что мы сможем просто-напросто выращивать тростник и потом делать сахар и продавать. Это, если честно, ребята, будет не очень. Так, это. А сейчас, так, это давайте еще. И вот это. Знаете, что я еще вспомнил? Кто это там у нас? Азумарил, наверное. Я бы, наверное, хотел уже начинать делать фусил машины. Но для этого нужна лава. Вот она там, лава есть у нас. Железо у нас тоже есть. Алмазную кирку мы только что сделали. Поэтому сейчас давайте мы сделаем еще ведро и пойдем за лавой. Точнее, хотя бы не то, что за лавой. Так, давайте вот так. А не то, что за лавой, просто-напросто сделаем хотя бы обсидиан. Сделаем обсидиан, чтобы мы знали, что когда мы выбегаем из дома, то у нас там есть обсидиановое там озеро, да, которое мы можем пойти и просто-напросто взять оттуда обсидиана, сколько нам нужно. Ну, не прям сколько нам нужно, там тоже есть, нет, какое-то ограничение, не прям озеро там же лава, да, немного там. Вот, там еще есть лава дальше.
Ух ты, вот леса. Я хочу Старли. Я хочу, ребятушечки, Старли. Так, давайте мы сначала... Опа, круто. И сейчас тут давайте. В принципе, это все можно уже. Это все можно уже. Вот так. Ой. Вот, нормально. Круто. Но там еще лава под... Там лава еще под нами. Уж тут мне кажется, что сейчас я тут... Как только мы поднимаем блок, сразу же выпрыгиваем. Хотя нет, лава же под нами будет. Да, лава же под нами. А, нет, ну тут ее нету. Да не знаю, слышу я ее или нет. Но, ребята, делаю я это для того, чтобы уже начинать делать фосил машины. Потому что с фосил машин мы уже сможем, точнее еще сначала фосил клинер, а потом фосил машина. Потому что у нас есть уже один фосил, который мы добыли в самой первой серии этого сезона. Нам, если честно, немного повезло, потому что мы его добыли не в море, там их просто-напросто куча. Можно это сказать немного читерно, потому что, ну, я не знаю, почему они так сделали, что в море столько обсидиана, хотя они сделали... Не обсидиан, обсидиан, просто копаю обсидиан, извиняюсь. Что там столько много фосила. А, ну, в принципе, это, если честно, не вина разработчиков Пиксельмона, потому что они сделали так, что фосил спавнится возле больших залежей гравия. А в предыдущих версиях Пиксельмона гравий был только в шахтах. А, поэтому вы могли найти фосил очень редко и только в шахтах, там, где были прям большущие залежи гравия. А с новыми версиями разработчики Майна сделали так, что под водой, точнее в океанах, они заменили пол, можно и так сказать, если образно выражаться, там, с камня заменили на гравий. Поэтому сейчас в океанах вот это все дно покрыто гравием. Поэтому там, ребята, и вот так очень часто и очень много спавнится фосила. Но, как я еще раз, ребята, повторюсь, с первой серии нам повезло, потому что мы добыли фосил в шахте. Не читерным способом где-то там в океане, а в шахте, ребята. Я вот просто сейчас думаю, стоит ли копать обсидиан для того, чтобы еще потом пойти в ад? Ну, Незерак нам, может, нужен там будет для, ну, допустим, для, может, каких-то там, не то что факелов, знаете, освещение, вот эти лампы. Поставил вот это Незерак, зажег его, там, допустим, люками его окружил, люк я твой отец, да, и вот так светит. Ну, или, в принципе, больше ни для чего не нужен. А также Глоустоша. Не знаю, ребята. В принципе, если мы будем делать конфеты, например. Или просто-напросто тоже какие-то лампы освещения. Мне кажется, это реально будет прикольно. Это может быть прикольно, но это мы позже сделаем. В принципе, дом у нас, если честно, крутой. Дом у нас крутой. Ну, такой более-менее получился. Я не говорю, что прям крутой, крутейший. Но такой нормальный. Ребята, ой. Опа, что у меня это поменялось? А это, наверное, последний обсидиан, который я сейчас копаю. 18 штук более-менее так хватит. Конечно, не до конца сезона, потому что если мы потом, может, словим Мью, то нам нужно еще будет делать склон-машину. Но сейчас для фосил-клинера, если он там нужен, или для фосил-машины, мне кажется, этого достаточно. Хватит. Так, это сюда. Ой. А, почему я спавню? Я думаю, я на сервере, да, пишу спавн, то есть, мол, тпхните меня обратно. Так, сейчас. Это можно выложить, это можно выложить. Нормально, так. Ну, все, ребята, это мы все сделали. Сейчас можно даже отправиться на какую-то небольшую охоту. Например, Старли. Три это у нас что? Вот, замечательно прям место для того, чтобы попытаться найти Старли. Попытаться ее найти, мне кажется... Ух ты, опять у меня вот эта фиготень не работает. Как оно меня бесит. Ну, просто-напросто... Так, next party slot, previous party slot. Select target Pokemon. Просто когда переходишь там на другую сборку или еще что-то, то вот это все сбрасывается. И потом это, ребята, нужно настраивать. А это, если честно, иногда немного бесит, когда вот это все. Нужно опять настраивать и настраивать. Что у нас там? Так,
Я не знаю, куда это все. Запихнуть в жопу эти настройки. Так, ладно, не в жопу, давайте быстренько мы это все. Да хрен его знает. Куда ты. Так, где оно? Я не знаю. Да, тут у нас вот. Давайте вот так. Все, нормально. Выпускать я могу. Могу. Замечательно. Ну что, ну Крал, твое время подходит, но в принципе мы тебя, наверное, назовем все-таки Филиппином, и это будет, наверное, в следующей серии. Я, ребята, просто-напросто возьму и поменяю пол. Я не хочу париться по этому поводу. А давайте мы словим тропи-пи-пи. Тропи-пи-пинча. Ну, с одной стороны, это круто, потому что это тропинь, но. С другой, его очень долго качать, там вроде 55 уровень, когда он там превращается, да, и мы до 55 уровня, можно сказать, просто-напросто летать не сможем. А зачем я убиваю нумелов, вы, наверное, сейчас себя спрашиваете. А затем, ребята, то, что Blaze Powder, а сейчас вот эти все, иди сюда, Пиджей, во, а сейчас вот этот весь Blaze Powder и вот эти все шмоточки мы же сможем продавать в магазины, ребята, да? Поэтому это все сейчас нужно коллекционировать. Убивать тех же Мэджикарпов, тех же Нумелов, тех же Гровлитов, тех же, я не знаю, кого там. Ну, короче, еще много каких покемонов, с которых выпадают вот эти все шмоточки, вот эти все вещи. Потому что, ну, это будет полезно. Так, круто. Пиджея мы словили. Заменили, ребята. Заменили Старли на Пиджея. Ну, ничего страшного, если честно, мне даже Пиджей тоже нравится. И, в принципе, так как. Как летающий покемон, мне кажется, ну, он даже нас нормально устраивает. Он даже нас нормально устраивает. Ни хрена себе, тут горы какие большущие просто-напросто. Это прикольно смотрится. Но я не знаю, давайте мы опять, наверное, пойдем. Ой, ладно, бабахнулся. Остров, дом, глиняный биом. Давайте, может, в глиняный биом пойдем. Знаете, зачем я иду в глиняный биом? А затем, чтобы посмотреть, что тут выпадает с покемонов. Потому что, может, я что-то пропустил, может, что-то еще выпадает с покемонов. Гравил, ну, гравий и каблстон я 1000000% ставить не буду. Ну, нету смысла большого. Маровак, нет, или это... Так, сейчас, Гулет. Я Гулет, ребята, не переживайте, я его убиваю, но я потом словлю Гулета, потому что он мне тоже нравится. А я его подсловлю, но немного позже. Кьюбон. С Кьюбона косточки выпадают, но сейчас они не выпали. Зараза, не выпали косточки. Так. А полетели. Я просто смотрю. Так, давайте я выключу тут шейдеры. Твою мать. О, так, перезашел. Шейдеры выключаем, а не перезаходим нафиг. Вот так. А Роженролла. Что еще может выпадать? Ну, с Роженроллой, ну, толком ничего. Шакла тоже ничего не выпадает. Больше, если честно, мне кажется, тут ничего толком не выпадает, поэтому... Ух, ни хрена себе. Не гора, а хрен его знает, что это. Поэтому, мне кажется, больше ничего даже не стоит добавлять, потому что больше просто-напросто ничего нету. Больше нету, что туда можно добавлять. Да, в принципе, мне кажется, наверное, отсюда можно даже уходить, потому что... Ну, тут, конечно, боссов можно найти, они такие более-менее тут заметные в глиняном биоме. Нам кажется, давайте мы пойдем домой и просто-напросто... Да вашу нафиг! Так, вот сюда. Во. И пойдем выспимся. Пойдем выспимся. И после этого Старли мы словили... Не Старли, Пиджея мы словили. Наверное, в следующей серии мы сделаем замену, потому что в следующей серии мы назовем Ноктавла уже Филиппином. И выложим его сразу же в компьютер и возьмем, наверное, Пиджея. Наверное, ребята, мы так и сделаем. Так, так. Больше вроде ничего нам не нужно делать в этой серии. Все, что я хотел, если честно, ребята, я сделал. Сделал НПСа, сделал болы. Даже с одного пола, с помощью одного квикбола. Мы, да вот смотрите, давайте еще вот это попродаем. Вот так. С помощью одного квикбола мы словили Пиджея. А вы, наверное, спрашиваете, почему я сделал в этой серии только одного НПСа, я же мог сделать, наверное, больше. То есть, я сделал одного НПСа, который продает, точнее, который покупает вот эти все шмоточки и дает нам монеты. Но, почему вы, может, вы задаетесь вопросом, то что, так, давайте этого еще убьем, потому что, если я докину,
это брошь. Так. А почему я не сделал магазин, где я уже смогу покупать какие-то вещи? Да, может, кто-то спрашивается, задает себе такой вопрос. А потому что, ребята, просто-напросто, я пока что еще не знаю, какие цены. Если, например, взять общую картину, да, то есть... Каждая вещичка у нас по одной бронзовой монете. То есть, чтобы получить стак бронзовых монет, нам нужно продать 64 вещи. Я не знаю, может там косточки, может там, не знаю, будем убивать мэджикарпов, и нам будет рыба выпадать, и рыбу продавать. Или, например, убивать тех же милтанков. С милтанков, во-первых, будет и кожа выпадать, а во-вторых, будет и... мясо выпадать, которое мы тоже сможем потом продать. Так, это давайте сначала вот сюда выложим. Которое мы тоже сможем продать. Но я пока что не знаю. Давайте сделаем так. 64 монеты, это, ну, один стак, это 64 вещи. За что у нас будет, например, один мастербол? Ну, например... Например, 10 стаков, да, то есть 10 стаков. Давайте потом еще сделаем обменник. 64 вещи, мы продали 64 вещи. Это 64 монеты. 64 монеты, бронзовых монеты, это одна серебряная монета. 10 стаков бронзовых, это 10 серебряных монет. 10 серебряных монет, это... Один мастербол. Что-то в этом роде. Ребята, мы потом будем делать вот эти все считалочки. Будем думать, там, 10 стаков монет... 10 стаков... Ну, блин, да, 10 стаков бронзовых монет, 10 серебряных монет. Это у нас мастербол. 7-8 серебряных монет, это XP Share. Там тоже 8-9, или, ну, 8 там серебряных монет, это Lucky Edge. 20 там серебряных монет, это механическая... наковальня, да? Потом что еще можно? Потом такие вот всякие нужные вещи, да? Может там 3 стака монет, это орб, да, чтобы заполнять. И, в принципе, это нормально. То есть мы это все за одну серию никак не сможем сделать. Нам нужно будет потом серии 2-3 заниматься вот этим, ходить убивать мэджикарпов или просто-напросто потихонечку качаться, 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 качаться. И тем самым убивать вещи с покемонов. Потом продавать эти вещи, обменивать монеточки, собирать монеточки и потом покупать себе нужные вещи. То есть так, раз там в 10-15 серий, когда мы сможем насобирать, мы купим один мастербол, пойдем попытаемся кого-то словить, или, например, купим потом еще орб, сделаем его в нужный нам орб, потом пойдем заспамим Артикуну и словим Артикуну с помощью мастербола, который мы там собирали 10 серий, 15 серий подряд, на него вот копили и потом его купили. Мне кажется, ребята, это действительно будет классная идея, но давайте уже заканчивать. Я реально просто-напросто уже нахрен засыпаю, у меня уже час ночи, может, по мне не видно, или может видно. У меня уже прям такие нахрен усталые глаза, что я прям засыпаю. Ребята, всем спасибо за просмотр. Если вам все-таки нравятся идеи, которые я иногда там вношу, или там ваши идеи, которые вы пишете, ребята, также пишите лайки, также не забываем ваши идеи, ваши советы, ваши пожелания, ваши там, я не знаю, еще что-то, пишите в комментариях. Я, честное слово, рад читать ваши комментарии, рад, когда их много, и рад, когда они адекватны. Поэтому я общаюсь со своими подписчиками. Если вы хотите со мной пообщаться, все, ребята, простенько, пишите свои комментарии, я постараюсь их прочитать и также постараюсь на них ответить. Также ставьте лайки, как я и сказал в начале видео, набираем 800 лайков, сразу же выходит новая серия Pixelmon. Может, там завтра она выйдет, когда нас наберем, или может послезавтра выйдет, или даже сегодня, если мы, конечно, сможем набрать 800 лайков. Ребята, все зависит от вас, это также большая мотивация для меня, больше сил мне придает, не буду вот таким усталым сидеть, хоть и так, ребята, мы же набрали 800 лайков на предыдущей серии, но не за день, не за два, там за пару дней. Поэтому, ребята, ставьте лайки, если хотите новые серии, вступайте в нашу банду крутых перцев, нашу большую дружную семью. Все, что от вас требуется, это просто на меня подписаться. Я рад каждому новому подписчику. Прям каждый новый подписчик, я рад, что он вступает в нашу большую семью и становится частью нашей банды. Поэтому, ребята, подписывайтесь. Всем говорю спасибо. На этом мы заканчиваем. Всем спасибо за просмотр. Еще раз всем удачи, всем пока.